Киеве избиты народный депутат от «Свободы» Андрей Ильенко, а также его адвокат Сидор Кизин. Вот фотографии, которые они сами выложили в социальных сетях. Говорят, на них напали после того, как они вышли из Шевченковского райуправления милиции. Это в самом центре Киева. Там Ильенко давал показания в качестве свидетеля. Его вызывали по делу поджога отеля «Премьер Палас». Напомню, гостиницу в центре Киева пытались поджечь 1 января участники факельного шествия, организованного «Свободой». В милиции, говорят, по факту избиения депутата уже проводят проверку. Сейчас Ильенко находится в больнице, проходит обследование.